зашли с моих танцев, зашли около... Да, на танцах мы... Покажи, Асель, что мы делали, пока Лейли была на танцах. Мы пошли на ярмарку и, наконец, сделали вот такие вот красивые рисуночки. Бабочка. Анарчик, покажи свой рисуночек нам. Рисуночек, а не желейку. Вот он такой Маквин, Анарчик. Мы сейчас в парке около нашего дома. Вот так, посмотрите, там наш да, дом. Да, по многочисленным просьбам наших людей, которые... Ой, вот. Друзей, то есть, которые живут недалеко от нас. Мы сегодня будем прятать... Нашу эмблемку на горном парке чуть выше наших домиков. Вот наши домики, вот дорожка и ведущая наверх на смотровую площадку, назовем ее так. Уже вокруг зелень, весна, погода хорошая, цветочки, вот. Уже и беленькие, и оранжевые. И вот цветочки уже повсюду. Очень много их. У них такой аромат, который уже напоминает весну. Так, девочки, мальчики, выбираем местечко для нашей эмблемки. Мы сейчас привяжем опять на деревце под камнем. О, вот, мы на парке тут, запомните, место почти около лесена. Рядом какой-то домик маленький белый. Это елка с орешками. И мы сейчас спрячемся. Вот такое деревце. Давай поглубже вот туда, на ту веточку. Чтобы... Вот, запомните, вот такая вялая веточка. Вялая веточка. А может, ты выберешь не вялую, чтобы она не отвалилась? Ну, давайте. Иди сюда. Иди сюда. Вот, видишь? Торчит да. Красивый сучок. На него как раз можно привести. Почему-то. Я нашла зиму. А, да, Нар первый находит. Но мы дождемся, пока кто-то из наших зрителей найдет. Да, или друзей. Вот здесь такой есть пригорочек. И от него смотрим сюда. Первое почему-то. Деревце слева. Почему-то. Здесь висит наша эмблемка. Так, еще один вам маршрут. Здесь вот на горочку ведет такая тропинка. И вот там наше деревце с эмблемкой. Всем пока-пока! Ищите нашу эмблемку. Если вы ее нашли, то пришлите нам фото на наш email. Ссылка будет в описании. И ставьте лайки. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.